Братцы мои, спасибо, что доехали. Вот для меня большое удивление, что мы назвались группа выходного дня. Сегодня суббота и рабочий день. Поэтому я чувствую, ну, есть какой-то определенный регламент этого зала. Поэтому, если кому-то там не в кайф сидеть наверху, спускайтесь к нам. А те, кто придет позже, ну, придут позже. Ну, что поделать. Спасибо, что вы есть. Нас видно? Слышно? Братцы мои, с наступающим вас! Спасибо, что вы преодолели пробки и пришли к нам. О! Все, когда свои сидят в зале. Ну вот же. Красавчик. Когда свои собираются в стае, значит, концерт пойдет очень хорошо. Я хотел сказать неформатно, но бог его знает, куда вынесет. Спасибо вам!
Устроит? А фиг его знает, Жень. Да, бывает, измена накатывает. А может, она и строит, а? А мы об этом не знаем. Нет, с утра это другое. С утра потрясывает. Строит это... Строят строители? Ну вот, гитарист полконцерта настраивает гитару. Остальные полконцерта играет на ней на расстроенной. Ну, поехали. Аля. Сколько было слез, о, сколько было слез.
бесконечный полет. Звезды, сверкающие вдали и остывающие в пыли. Оглянись вдруг, кругом чужие лица, но не торопи тоску. Теперь тебя никто не спросит, кого любил и скольких бросил. Свой самый лучший день, свой самый лучший час. И пусть в разгар веселья не сходит с них счастливый глаз. Спасибо большое! По-моему, кайфово. Thank you.
Алексей Дмитриевич Романов. Спасибо. Женщина любимая Шмаргулец. А теперь хорошая песня. Я тоже был веселым и беспечным, доволен каждым днем и всякой встрече рад. Был ярок свет, и жизнь казалась вечной. Всего лишь день назад, всего лишь день назад, и я бежал зелеными лугами, новорожденный мир хотелось мне обнять. Была земля, цветущей под ногами. О, ночам, всего лишь день назад, всего лишь день назад. Но я узнал, как больно ранят неосторожные слова и равнодушный взгляд, и как не сносен мир, когда идут дожди, и как печален путь, когда идешь один. Все-таки, анализируя творчество вокально-инструментального ансамбля «Воскресенье», можно заключить, что мы все-таки роллинги. Я обожаю эту песню. Мне ее Лешка показал лет 15 назад в городе Саратове. Мы сидели на подоконнике, я от счастья чуть не упал. И падал так раз 15, пока он ее пел. Внутрь. Еще
посмотри, как я живу. Глядя с неба на Москву, слышишь музыку в часах, шаг за шагом, день за днем. Я похож на черепаху в круглом домике моем. Посмотри, как я живу. Как по злому волшебству я свободен, как разбойник. Я спокоен, как покойник. В тихом домике моем можно спрятаться вдвоем. Спасибо, братцы!
спасибо. Вообще удивительное дело, мы с Лёшкой из воскресного, из первого состава воскресенья остались только вдвоем, на самом деле, потому что Серега Кавагу умер, Лёшка Макаревич умер. И вот сейчас у нас такой пополамный проект, чтобы не дергать название воскресенья. У нас ровно половина воскресников и ровно половина меня. Михаил Клягин. Борис Плотников. Теперь со стороны жениха. Алексей Коробков. Юрий Смоляков. Спасибо. Ну, нырнем, как это сказать, покрасивее. Нырнем в мох воспоминаний. Случайно надежды наши не сбылись, и ненадежные обещания ты понял твердой рукой. Судьба карает безответной, и уповать на Бога чем-то богам дороже свой покой. Ты скажешь, прошлого не жаль, веришь в будущее свято. Былая пошлая печаль, а ты не брошена и смята. И к новой жизни устремясь, раздуй бушующее пламя. Укрась бумажными цветами вокруг сверкающую грязь. Но так как мы с Лёхой периодически сходимся, расходимся, то он воскресенье толком не покидал, а я толком покидал. Песни писались, поэтому будем показывать вехи нашего творческого пути. Thank you.
хиповые песни, хиповые сны, не застывший след петлов портвейна и весны. Все, что мы любили, живо в той паре, там, где мы застыли, словно мухи янтарь. Yeah.
Спасибо! Oh,
Спасибо. Алексей Романов. Это я. Сейчас попроще. Куда уж? Я готов. Девичий Клэптон. Когда солдаты идут с победы домой, когда мы сможем гордиться страной, когда летним днем закружит снег, в моем окне я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне. Когда в столице они станут уличных дам, не будут бить ни по лицам, ни по паспортам. Когда для всех вождей мавзолей поставят на луне, я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне. В отбой, да за мной тобой придет архангел с трубой, когда наша жизнь приедется мне в кошмарном сне, я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне, я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне. Я дам тебе знать, и ты вернешься ко мне. Городецкий-то с какого это должен быть? Городецкий? Да можно, да, набрать массу народа, кстати. Сколько знакомых, издалека видно. Здравствуйте всем. Мы решили поиграть такой акустический блок тихих песен, потому что иногда хочется и о душе подумать. О душе? Ну да, рок мы играем. Пора. В хорошем смысле. Засиделись за вином.
бесконечные позабыли об одном. Спасибо, спасибо. Я обычно эту вещицу комментирую, но тут как-то все качается само. Большое спасибо. Это про нас всех, как, впрочем, и все. Мы однажды с Андрюшкой Макаревичем, мы были очень молодые, и сели рассуждать всерьез, что это вообще, чем мы занимаемся, чему мы посвящаем свой досуг и, как оказалось, дальнейшую свою послепенсионную жизнь. О чем эти песни? Мы решили, черт подери, все равно о любви. Когда мы стали взрослеть, оказалось, что любовь бывает горькой, бывает любовь к животным, бывает любовь
к близким, бывает любовь к родине, бывает любовь к начальству, наиболее поощряемый вид скотоложества. Песенка о родине, еще одна. Не был. Сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселей и богаче, ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там плачут, так же в муках рожают детей. Совсем понимаю явные выгоды тайных измен. От чего-то я чаще теряю, ничего не имея взамен. За какими же новыми благами вольным воля спасенному рай? Все бегу, притворяясь бродягами, пилигримы в неведомый край. Пройдено, бросив все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается родина, если родина есть у тебя. Оглянись на прощанье, и вот она, под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля.
такой лайт-базар. Мы написали огромную программу до завтрашнего дня. И думаем, что выбросить, что добавить. Оказывается, уже что-то выбросили. Ну, давай, сразу.
Спасибо. Верещагин, уходи с баркаса. Ну что? Какую? Это была первая и последняя песня Лёшки Романова, в котором я сыграл соло на 12-струнной гитаре. Мне было лет 22. Песня задалась, соло не помню. Поэтому будем играть на бас-гитаре. Алексей Романов. Thank you.
смотришь на меня. Я вспоминаю, кто я и зачем я здесь. И даже если топит день до дна, ночь слишком длинна для сна. Я продолжаю петь, пока ты смотришь. Когда ты смотришь на меня, я вспоминаю свое имя и где мой дом. Все больше неотложных дел, все меньше непонятных слов. И я продолжаю петь, пока ты смотришь. Ты смотришь, улыбаясь, как цветные сны уносит ветер осенний, пестрые листья лет, и словно детский румянец на щеках весны заново рождается цвет. И как становится целым мир из мелочей, о, сколько я им дал имен. А ты смотри, смотри, не отводи очей, и я не опущу знамен. Когда погасит свет, когда меня больше нет, когда затихнут слова,
когда укрыта трава листвой, опавшей листвой. Если осень принесет покой, ты помни, я рядом с тобой. Когда пройдет зима, беда отступит сама. Считай, что я ни при чем, тебя укроет плащом другой, тебе дорогой. Пусть он думает, что он такой, ты помнишь. Чего-нибудь еще я не желаю искать.
моя любимая история. Лет, наверное, 200 назад мы с Алексеем Дмитриевичем ходили, гуляли по какому-то городу, даже не сколько город, а такой вот рынок, где залежи контрафактной продукции. И наше внимание привлекла пластинка нашего вокально-инструментального ансамбля, на которой было написано «Воскресенье» через букву «З». «Воскресенье». Мы ее тут же купили. Пластинка была прекрасна. Такое ощущение, что ее подделывали китайцы, потому что там были отпечатки маленьких каких-то ручек. Но в принципе, пальчиков, да. Но в принципе, самый кайфовый там был этот трек-лист. Мы сейчас сыграем песню с этой пластинки, которая в китайском варианте называлась «Когда ты уйдешь». Это девичий блюз. Thank you.
хмельным. И в драной жизни я понял этот плюс, как кайф иногда побыть холостым. Как же вы жалобно-то хотите быть холостыми, мама родная. Расслабьтесь! Сейчас песенка, посвященная Сереге Кавагое. А. Восхитительный был человек, восхитительный. Он умел играть на всем, что звучит, и на всем, что не звучит. Но так как он был наполовину японец, то у него в башке происходили какие-то сумятицы. Половина русской башки все время враждовала с японской. От этого был неспокойный гусь. Серега, мы тебя помним. А есть другие Сереги? Кавагои готов. Рок-н-ролл.
Спасибо! Кто виноват? Герцен? Кто там? Евгений Маргуль, Борис Плотников, Юрий Смоляков, Михаил Клягин, Алексей Коробков. Группа выходного дня. Хорошо у нас в песочнице, правда?
Sweet Georgia, whoa, 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 mama, давно, когда нам было все равно, что пить, с кем жить, как быть, и время проходило хай-фай, мы пели блюз Шанхай. Когда свет, свет побед прошлых лет сказал тебе привет, ну что ж, опускай ты голову. Не опускай и вспомни. Вспомни блюз Шанхай. Собери старый хор и возьмем тот же блюз Шанхай. А потом за столом о былом и о том и о сём мы споем и нальем. Кстати, хочу вам сказать, что испытываю большое удовольствие играть и то, и другое. Я когда-то был ихним общим басистом. В отличие от тех и других, я знаю все песни. Снилось мне
неожиданно выпал снег. В мире наступили тишина и свет. Свет и тишина, покой и белый снег. Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне по притихшему городу. Проплывает медленное облако. Облако покоя в светлом городе. Жаль, что это только снилось мне. Почему ты улыбнулась мне? Призрачное счастье в суматохе лет. Жаль, что это только снилось мне. Снилось мне, что печали кончаются. Люди одинокие встречаются. Встретятся, молчат и улыбаются. Жаль, что это только снилось мне. Жаль, что это только снилось мне. Алексей Романов и Лолита Милявская. Как же без этой задорной песни-то?
Играет люди.
Я привык бродить один и глядеть в чужие окна, в суете немых картин отражаться в мокрых стеклах. Мне хотелось бы узнать, что вас ждет и что тревожит ваши сны. Но вот опять приходит ночь, и день напрасно прожит. Мы устали от потерь, а находим слишком редко. Мы скитались, а теперь мы живем в хрустальных клетках. И теперь чужая радость не осушит наших слез. И нам осталось только ждать, какая малость, ждать того, кто не придет. Борис Плотников, Юрий Смоляков, Алексей Коробков, Михаил Клягин.
разочарований. Снова очарованный пройду. Разум полон светлых ожиданий. Сердце чует новую беду. Да чего же вновь меня тревожит? Голос, что зовет из темноты. Путь еще не пройден, век не прожит. Ты. То ли темнота глаза таращит, то ли тишина скрывает крик. Ой-ой-ой-ой. И теперь искать тебя пропащи. Наклянёсь, ты уже старик. Там, где ветер ярости не съешь. Долг путь моих перерождений. Дальний край сбывшихся надежд. Нос бросил гору с плеч, расправил плечи.
слова, что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что как искал, поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днем уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном. Давайте выйдем. Сием румалы! Михаил Клягин, Алексей Коробков, Алексей Романов, Борис Плотников, Юрий Смоляков, ВИА выходного дня. Художественный руководитель и главный дирижер Женя Маргулис. Старшая группа. Все это брехня.
У меня случилась трагедия. У меня на заднице развалились джинсы. Поэтому я буду играть. Сыграем лицом вперед. Давно со мной такого. Мура, беда. Спасибо, родные!
мне так неловко поворачиваться к вам задом. Течет река Волга, забудься сном, город, умой на ночь тело, не плачь во мне, город, это мое дело. Тебя достали, город, тебе всего мало. Идут другие люди, они повеселее. Прости меня, город, ты с ними будь смелее. Трезв, город, и растерялся. Благослови меня, город, на путь дорогу. Люблю тебя, не мой город, таких, как ты, немного. Люблю тебя, не мой город, таких, как ты, немного. Спасибо! Спасибо! Вокально-инструментальный ансамбль выходного дня. Спасибо. По-моему, играли часов 5, да? Я без часов, ну, такой сильный с нами, по крайней мере, 4,5 точно. Спасибо! 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 Я пойду крадучись. Я буду смотреть на вас.